Привет, ребят! Мне много задают вопросы по ретриту, который будет 26 сентября в Сочи, Лоу. Это будет очень глубокий ретрит, где мы будем полностью разбирать, где я буду разбирать каждого по полочкам, я буду каждого разбирать на молекулы. Что это значит? Это значит то, что вы с этого ретрита уже не уедете таким, каким вы приехали. Вы узнаете не только самого себя, но и возможности, возможности вашего аватара, возможности вашей Вселенной, возможности вашего мира, в котором вы живете и для вас не всегда комфортно существуете. Почему? Ну, потому что мы бежим, но если ты живой, не беги от этого. Ты на своем месте, даже если ты этого не осознал. Пока твои атомы совпадают с этой матрицей, и мы разберем тебя на абсолютно все атомы в этой матрице, чтобы ты понял, как ты можешь существовать, как ты можешь играть, либо как тобой могут играть, кем ты хочешь быть, ты уже выбираешь сам. Мы очень часто даем нашему уму такие задачки, которые сами не способны придумать своим же умом. Мы цепляемся за те мысли, которые абсолютно не наши. И пока мы цепляемся за те мысли, как пока мы не наши, пока они не наши, мы выписываем себе те счета, которые наше тело никогда не сможет оплатить. Готов ты на это вечно или нет? Если ты хочешь себя полностью поменять, если ты хочешь себя полностью переформатировать, если ты полностью хочешь знать, из чего состоишь ты, что происходит у тебя внутри, как ты можешь сотворять ту реальность, в которой ты уже есть и уже существуешь, если ты готов на такие серьезные шаги, если ты готов услышать очень неприятные вещи о себе, только когда мы знаем, кто я есть, только когда мы знаем все наши слабые стороны, только когда мы познаем все то, что не дает нам идти вперед, только после этого мы можем выстраивать свой новый путь, мы можем выстраивать нового себя, мы можем корректировать свою ДНК через свой род, через самого себя. Если ты к этому готов, если готов к жесткому прохождению самого себя, то я тебя жду на ретрите 26 сентября. Присоединяйся.